«Железный город». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Добрый день, Павел. Добрый день. Продолжаем наш разговор о 3D-сканере, который появился в распоряжении Кировской экспертно-строительной организации. И хотелось бы в этой программе добавить больше конкретики, кому пригодится этот 3D-сканер, в каких ситуациях его можно использовать и в чем выгоды основные для заказчиков. Основное применение данного прибора – это сканирование зданий и сооружений. Первое – это архитектурное назначение здания, которое историческая застройка и исторического назначения. Они, как правило, имеют много архитектурных форм, соответственно, там достаточно сложно это будет все сделать старинным способом, там, с помощью рулеток и так далее. Этот сканер позволяет с высокой детализацией как раз вот отсканировать все фасады, внутренние помещения и так далее. Второй момент – это большие производственные здания, там, например, там 30 тысяч квадратных метров и более. Где чисто физически все это физически очень долго это очень, будет. Да, сложно. Очень долго будет. Сроки. Это возможно, но это будет очень долго. Соответственно, мы получим 3D-модель именно вот этого помещения, ангара, производственного здания и так далее. Да? В достаточно короткие сроки с дальнейшей перспективой его проектирование, там, капитального ремонта, либо реконструкции. Можно выдать результат проектировщикам, которые на основании вот сканированных результатов будут выполнять проектную работу. Либо мы можем взять это на себя и, соответственно, сделать то же самое. Дальше это сканирование плоскостных сооружений, благоустройство, например, какие-либо общественные пространства, полигоны, да, мусорные, в, да, в том числе там, площадь по мере, автозаправочные станции. То есть где много как раз вот благоустройства, это тоже позволяет нам создать вот модели, на основании которых мы можем все обмерить с высокой точностью. Ну и в-четвертых, это у нас какие-либо уникальные задачи, ну, например, там, сканирование каких-либо сооружений, либо каких двигателей судоходства, да, то есть такие специфичные задачи, которые как раз вот позволяют с помощью этого 3D-сканера, где идет высокая насыщенность каких-то инженерных систем, как раз вот посмотреть и создать картинку, чтобы была визуализация, что здесь в этом здании или объекте происходит. Подытожим. Промышленные предприятия, строительные организации. Строительные организации, да, проектные организации. Проектные организации, муниципалитеты, органы власти, которые работают абсолютно с реконструкциями все. Исторических зданий. Да. В общем, всем надо понимать, помочь, что прибор как раз входит в состав технологии информационного моделирования. То есть он как раз позволяет говорить о цифровизации строительной отрасли, в том числе переводить в цифру все здания и сооружения. Благодарю, Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. И традиционно напомним координаты компании. Город Киров, Московская, 107Б, второй этаж, телефон 219-900. Полезный город.